Жара плюс 30, однако тем, кто торгует на улице, не привыкать. И в мороз, и в зной они выходят на свои точки. Работа на себя обязывает к большой ответственности. Не продал, значит, не заработал. То же самое и в отношении законодательства. Нарушать себе дороже. А потому каждое нововведение, хоть и встречают без восторга, понимают, что хочешь, не хочешь, а придется делать по правилам. Очередное новое правило – принимать наличные денежные средства можно только при наличии кассового оборудования. Радости это новшество не принесло. Хочется, конечно, чтобы к нам прислушивались. Мы и так подстраиваемся под все эти законы, под все эти правила. Очень сложно подстроиться, особенно у тех, у кого одна точка или две даже, потому что это громадные расходы. Никто не думает, как это нам и где взять деньги. Я работаю одна, у меня одна, например, точка, и таких нас их миллионы. Поэтому создать всю эту документацию, эти кассовые аппараты, счета, это просто нереально. И хотелось бы, конечно, чтобы с нами как-то советовались. Конечно, мы будем как-то подстраиваться под все эти новые правила, но хотелось бы, чтобы и к нам прислушались. Наталья единственная согласилась высказать свое мнение на камеру. Хотя о планируемых изменениях в части законодательства все уже осведомлены и думают так же. Но коснется это постановление не только тех, кто торгует непродовольственными товарами. Список гораздо шире. С 10 октября 2021 года не вправе принимать наличные денежные средства без использования кассового оборудования юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют розничную торговлю товарами в торговых объектах системы потребительской кооперации, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых продажу товаров осуществляет один продавец, торговлю непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах, разносную торговлю плодово-овощной продукции, выполнение работ оказания услуг вне постоянного места осуществления деятельности, за исключением территории сельской местности, обучение несовершеннолетних, оказание услуг по предоставлению жилых помещений, их частей в общежитии, а также найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания. Во избежание административных взысканий налоговая инспекция рекомендует заблаговременно позаботиться о приобретении кассового оборудования субъектом хозяйствования, осуществляющим данные виды деятельности.